Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и в этом видео я вам расскажу немножечко о заказах, чуть-чуть о новинках прошлого периода. Я их немножко попробовала, немножко испытала на себе, что-то я люблю и пользуюсь этим давно, поэтому я думаю, вам будет интересно. Итак, во-первых, хочется с вами познакомиться поближе. Мы открытые международные директора, подтвержденные старшей национальной, открыли мы это звание за 2 года и 4 месяца. Очень довольны, получили недавно чек 1 250 000, и, конечно, мы работаем на личном потреблении. Лично я продаю только родным и близким. Очень часто я их пускаю просто под своим номером сделать заказы, забрать бонусы по программе Faberlic Club, еще что-то. Вы знаете, мне очень нравится работать именно личным потреблением, регистрировать именно своих родственников для того, чтобы они тоже у себя потребляли. И, конечно же, основной рекрутинг, основное приглашение – это то, что мы доносим информацию. То есть компании настроена логистика, компании Faberlic 20 лет. За 4 месяца мы вышли на официальный заработок, то есть у нас пошел стаж, мы заключили договор с компанией, компания предоставляет официальный договор, мы открыли расчетный счет в банке, и на этот расчетный счет нам начали приходить деньги каждые 3 недели. Вот. Все премии, все бонусы тоже приходят именно на этот вот расчетный счет. Что хочется в первую очередь рассказать по продукции. Давайте перейдем с вами к продукции. Это то, что мы забрали под номером дочки. Да, ждем дочку в директорах в этом периоде. Нам скоро 17 лет. Вот, и мы решили зарегистрировать дочку. Дочка вышла на 19% примерно за полгода. То есть мы особо не торопились. Вот, у нее хорошие выплаты уже идут, около 18 тысяч. Да, ей уже можно открывать ИП, можно переводить денежку на расчетный счет банка. Но мы пока не торопимся. И самое, что интересное, мы уже забираем очередной шаг стартовой программы. Это состерапия и восстановление, химический пилинг с ацетоновыми кислотами и микродембразия и энзимный микропилинг. То есть вот эти вот три штучки мы забрали за 99 рублей всего лишь. Что же это такое? Значит, состерапия артикул 1070, шаг А артикул 1068, химический пилинг с аминокислотами, и шаг Б это 1069, это идет микродембразия, энзимный микропилинг. Этим очень хорошо пользоваться, особенно женщинам за 30. Мне очень понравилась данная программа, кожа реально хорошо молодеет, а кремчик после этой процедуры впитывается просто великолепно. Эту процедуру часто делать не рекомендуется. Также это очень глубокая очистка, это альтернатива салонной процедуре. И самое, что интересное, это как раз таки после этой процедуры нельзя выходить как минимум 12 часов на прямые солнечные лучи, потому что очистка реально глубокая. Вот, не нужно рисковать. То есть делаем эту процедуру на ночь, да, за 2 часа до сна, я думаю, будет нормально. Вот, значит, шаг А. Идет такой вот флакончик. Да, идет такой вот флакончик. Это новенький флакончик, я им еще не пользовалась. То есть, видите, он еще у меня не был открыт. Вот такая вот прозрачная жидкость. Ее надо наносить на 15 минут и потом смывать. Да, то есть, вот смотрите. Артикул 1068, шаг А. Способ применения. Нанесите гель толстым слоем на всю поверхность кожи лица, исключая область вокруг глаз. Через 5-10 минут смойте гель теплой водой. Также можно убрать мицеллярной водичкой. Да, убираете мицеллярной водичкой то же самое, что вы умылись, как будто бы. Да? Он идет 30 мл. Вот такая вот вещичка классная. Давайте с вами посмотрим. Тут есть его аннотация. Вот есть аннотация. Также есть состав. Да, посмотрите, пожалуйста, я сфокусирую состав. Да, то есть такая вот великолепная штучка. Мне она очень понравилась, кожа с нее реально молодеет. Он удаляет отмершие клетки с эпидермиса с поверхности кожи, выравнивает рельеф кожи, устраняя неровности и шероховатости, сужает поры, освежает цвет лица, значительно улучшает внешний вид. Вот прям 100%. Прямо 100%. И на самом деле мгновенный результат. Попробуйте. Мы эту программу, все три штучки мы взяли за 99 рублей по стартовой программе. Итак, шаг Б. Шаг Б это микродембразия и энзимный микропилинг.
Да, то есть вот так он выглядит. Артикул 1069. Способ применения. Нанесите на хорошо очищенную влажную кожу лица и шеи и декольте. Помассируйте кончиками пальцев в течение нескольких минут, а затем смойте теплой водой. Не наносите на область вокруг глаз, кожи и губ. Вот такой вот он идет. Давайте с вами посмотрим. Да, тут у меня одно. А вот он. Да, вот он. И что хочется про него сказать, да, то есть мы массируем и сразу его смываем. Массируем и сразу его. Он такой легкий. Тут очень-очень, как даже сказать, такие еле заметные катышки. Я думаю, их будет не видно. Их будет не видно, но при массировании их очень даже они чувствуются. Он нежненький такой. Вы знаете, кожа очень хорошо обновляется. Прям идеально обновляется. И мне нравятся эффекты. То есть ничего такого крутого не произойдет с вашей кожей. То есть вы там не снимете верхний слой кожи, ничего не будет. Далее, значит, что делает шаг Б? Выравнивает поверхность кожи, отшелушивает отмершие клетки, улучшает цвет лица, глубоко очищает поры, на самом деле очень глубоко, устраняет шелушение после химического пилинга. То есть после пилинга мы с вами убираем остатки того, что вот как раз было после шага А. И далее очень важная процедура, это шаг третий, шаг С, состерапия и восстановление. Вот этот шаг, он обязателен, да, восстановление баланса кожи после химического пилинга и микродембразии. Способ применения. Нанесите после процедуры химического пилинга шаг А и шаг Б. Можно использовать как самостоятельное средство для чувствительной кожи лица, шеи и декольте. Он идет SPF 8 как раз таки. И лучше после этой процедуры его нанести и на следующий день тоже его нанести. Тогда будет лучше. Еще лучше его наносить под кислородный наш знаменитый кислородный бальзам, в котором 20% новофтема находится. И тогда это вообще будет здорово. Итак, давайте посмотрим у шага С состав. Не хочет фокусироваться. Да, вот, смотрите, сфокусировалась. Вот, да, тут есть и витамин Е, и защищает мембраны клеток от свободных радикалов и так далее, и так далее. Очень хорошее средство. Вот, далее, значит, посмотрим с вами именно состав. Вот, пожалуйста, сфокусируй состав. И способ применения еще раз сфокусируется. Вот такая вот программка, которая в каталоге стоит 500-600 рублей. Я взяла всего лишь за 99 рублей по стартовой программе. Это просто круто. Стартовая программа есть во всех странах. То есть мы полгода получаем, ну, практически подарки. И это на самом деле выгодно, это на самом деле классно. Вот, следующее, концентрированное средство для мытья посуды с эвкалиптом. Честно скажу, аромат мне очень не понравился. Я не люблю аромат эвкалипта. Аромат прямо натуральнейшего эвкалипта, такой мятный, насыщенный. Прям эвкалипт-эвкалипт. Прямо, знаете, да, то есть, как вам даже сказать, вы знаете, есть капли с эвкалиптом в нос, да, при насморке. Вот прям один в один. Значит, что он делает? Он, во-первых, антибактериальный, подходит для мытья посуды детских бутылочек, то есть маркировка 0+. Чем меня это подкупило, я буду им пользоваться, я буду его еще раз и еще раз заказывать, потому что впереди у нас с вами лето, и все мы с вами знаем, что летом микробы на улице распространяются очень быстро, бегают собачки, кошечки, да, и так далее, детки их трогают, а жара, да, то есть зимой как-то вот меньше бактерий, потому что они как-то, может, замерзают, еще что-то, а летом, мне кажется, их намного больше. Вот, значит, это средство, как и вся косметика для дома, биоразлагаемое, экологически чистое, не наносит вреда окружающей среде. Оно идет 500 миллилитров. Не знаю, сказала ли я, что оно концентрированное, но говорю, да. Вот, но аромат эвкалипта я, если честно, не люблю, но буду брать. Буду брать. До этого я брала аромат яблочка, и это яблочко я тоже буду брать, оно мне нравится. Но вот на лето, мне кажется, с эвкалиптом, как антибактериально, оно очень подойдет. Артикул 111.92, 500 миллилитров, а кто-то его разбавляет. Я не разбавляю, если честно. Вот, пожалуйста, смотрим состав. Да, то есть, как вы видите, тут идут жирные спирты кокосового масла и так далее. Вот.
И способ применения тут тоже очень простой. Можно разводить один к двум, один к четырем. Разводим кипяченой водой с помощью флакона, артикул которого 112-16. Я прямо так открываю, капаю маленькую-маленькую капельку. Если вы капнете большую капельку, вы просто с ума сойдете от количества пены. Она очень сильно пенится, очень сильно. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такая вот новиночка. У меня ее уже ждет племяшка, это твердые духи. Очень-очень классные. Так, артикул 6154. Они красивенькие, хорошенькие. Внутри тоже идет аннотация на них. Коробочку я уже распечатала. Вот, сейчас посмотрим сами духи. Да, вот так вот они идут, вешаются, да, вот на эту вот железячечку, и можно прям носить на груди. Такой вот аромат у них. Сейчас. Фруктовый такой, приятный, сладенький такой аромат. Да, такие духи, кстати, вот у меня есть какие-то твердые дни духи. Не помню от какой фирмы, но точно не от компании Faberlic. Вот, мне тоже аромат у них нравится, я их положила на полочку с бельем. И белье очень приятного такого аромата, шикарного стало, что вот прям, знаете, я довольна. И вот эти, кстати, тоже с удовольствием бы положила, но они такие не сильно твердые, они такие нежные, мягкие. Конечно же, тут идут натуральные отдушки, натуральные красители, потому что это все для детей. Да, твердые детские духи, это все проходит ГОСТы, Санпины, да, вся наша продукция выпускается по ГОСТам и Санпинам, это важно знать. Вот, у компании собственный завод, собственное производство, 45 тысяч квадратных метров, фабрика в Москве. Шампуни, два одинаковых шампуня. Почему много? Потому что у меня у дочки волосы по пупу выросли. И вот именно вот эти вот шампуни мне очень-очень понравились. Он идет 250 мл, то есть объем не маленький. Артикул 82-10. Это альтернатива салонной процедуре. Шампунь питательный для всех типов волос. Очень мне нравится он. Очень. Я буду им мыться. Ну вот примерно у него еще есть бальзам и ополаскиватель. Про него я уже снимала обзор, он мне нравится. Что хочется сказать. Вот три шампуня на один бальзам. То есть бальзам, конечно, расходуется меньше, чем шампунь. Тем более у меня дочка занимается в танцевальном. У нее выпускной год. Она такая накачанная, у меня уже сильная. Да, то есть, да, как говорится... Мышцы уже такие у нее, видно, да, они проступают, да, то есть у нас попа 44 размер уже стала, хотя нам 17 год, потому что такие там нагрузки не слабые, вот, но, конечно, она приходит через день, она ходит в этот танцевальный, и она приходит прям, ну, вся, весь затылок у нее постоянно бывает сырой, она моет голову. Голову она моет часто, а эти шампуни как раз подходят к мытью, частому мытью головы, и нас они обеих устраивают, и у них обалденный, сладкий такой запах. А кто-то в обзорах снимает, что он резкий, но вы знаете, когда я мою голову этим шампунем, я просто умираю. Как мне нравится этот аромат. Он мой, мне он подошел. Я прям очень в восторге, очень-очень. А следующее, что бы мне вам хотелось показать, у нас выпускались тени. Я, конечно же, заказала только серенькие. Сейчас сфокусируется артикул. Да, артикул 54-53. Что хочу сказать, очень стойкие тени, очень стойкие, они у меня не окрошились за 3 часа, да, вот смотрите, я их сейчас наношу, да, вот в один слой, если в два слоя взять, что очень интересно, мы с вами потом потрем рукой и тени они не осыпаются. Кисточка, давайте обратим внимание на, именно на кисточку, такая вот она, нежненькая, ворсинки очень такие мягкие, ласковые, вот, ну такие вот тени, не знаю, надолго ли их хватит, но мне они более-менее понравились, но единственное, что я вам хочу сказать, я привыкла к теням Secret Story, тени Secret Story запеченные, которые, у меня есть черные, голубые, серым и так далее, вот те тени хорошо очень тушуются, эти тени, как вы их нанесли, они у вас замерзли, попробуйте вы их еще сотрите, они стойкие, хорошие и не осыпались у меня, я с ними проходила 6 часов на глазах, они не осыпались, что в принципе нравится, но если вы эти тени нанесли на веки,
и сразу же ими заморгали, то они у вас размажутся. То есть им нужно время, чтобы высохнуть. Это обязательно. То есть нужно время. Посидите с закрытыми глазами немножко. Это важно. Далее, что мне очень-очень понравилось, это Карибский бриз, гель для душа. Это идет 2 в 1, гель для душа и пена для ванны, сочный ананас и карамбола. Не знаю, карамболы я не почувствовала в аромате. Я хочу сказать, что это просто обалденный запах сочного ананаса. Он идет большой, 310 мл, артикул 84-45. Он не увлажняющий. Если у вас сухая кожа, то, конечно, вам нужно воспользоваться после этого геля для душа каким-то молочком для тела. Это как бы уже обязательно, потому что у меня сухая кожа, и после этого геля для душа кожа немножечко у меня все-таки сохнет. Вот, у сестры не сохнет, у меня сохнет. Дочь говорит, что тоже ничем не мажется после этой серии, да, не именно после этого геля для душа, а после этой серии, да, серия, как вы знаете, большая, ароматов много, у мужа тоже не сохнет, но моя кожа сохнет, я чувствую, что мне не хватает питания. Вот. Также можно делать из нее пену для ванны, то есть 2-3 колпачка по струю воды, пены будет очень много. Пенится оно замечательно, то есть одно из двух. Аромат действительно классный. И вторящий к нему аромат — это мыло. Мыло для... ну, для мытья рук, еще куда-то, да, я очень люблю мыло ложить именно в белье, там еще куда-то, артикул 84-47, обалденный сочный аромат, прямо вот кокос кокосом, да, оно идет 70 грамм, довольно-таки твердое, да, то есть с усилием надо давить, оно реально твердое, 70 грамм. Хорошенькое такое мыльце. И стоило оно, по-моему, ну не так уж и дорого. Далее хочу вам карибианика, да, и океаника. Очень такие своеобразные ароматы. Это тоже новинки. Я их заказывала, как вы видите, это запакованные. Да, видите, как запакованный. И еще был цитроника. Так вот, цитроника мне не досталось. Когда можно было заказать 2 аромата, и третий вам вложится в подарок, вот как раз цитроники не было. Я заказала 2 океаники и 1 карибиану. То есть заплатила за 2, но 2 океаники в подарок, 1 океанику в подарок я получила. Да? То есть заплатила за 2, а получила 3. Ну, конечно, такие акции радуют. Это внутренние акции только для зарегистрированных. Поэтому, если вы хотите в них участвовать, пожалуйста, в ссылке под видео вы можете зарегистрироваться, я с вами свяжусь, я вам все расскажу, как сделать заказ, как оплатить заказ, как забрать подарки, как пойти по стартовой программе, как забирать внутренние подарки, к вам прямо будет в личный кабинет, в разделе сообщества приходить сообщение. Что я хочу сказать о карибианике? Мне он не понравился. Приторный, сладкий, сочный такой, резкий аромат. Конечно же, дочка у меня его 17 лет понюхала. Скоро 17, извините, да, понюхала. Поносила на себе этот аромат и сказала: «Мама, это мое, закажи мне еще». Вот так вот у нас с ней вкусы. Да, то есть она любит, очень любит различные такие вот сладкие резкие ароматы, она просто от них без ума и постоянно их заказывает. Вот, поэтому это сразу отошло дочке, потому что реально резкий сладкий с каким-то подтоном аромат. Он еще оказался стойкий, я нанесла океанику на это запястье, а вот карибиану я нанесла на это запястье, и вот карибиана она очень сильно долго пахла. Океаника — это что-то легкое, свежее, немножечко морское, бриз, легкий-легкий, еле уловимый аромат. Я вам честно хочу сказать, очень приятный, очень классный. На лето вот самое то. Ну, на мой вкус, я, конечно, никак не могу их сопоставить со своим любимым ароматом. Мой любимый аромат — это платинум от Ренаты Литвиновой и свадебный аромат тоже. В компании Faberlic есть вот он, да, то есть, а вот этот аромат немножко не мой, но вот знаете, летом можно платином поменять на этот аромат в легкую. Вот я согласна им попользоваться, он мне подошел.
Далее, значит, очень жалко, что не попробовал цитронику, но мне кажется, там, наверное, был бы аромат мандаринов или манго, или что-то типа этого, да. Далее, второй раз уже заказываю вот такое вот средство себе. Очень мне понравилось. Это дневной крем сияния SPF 15, да, у нас сейчас солнышко на улочку вышло. Очень рада солнышку. И хочется, вот посмотрите, пожалуйста, состав. Вещь великолепная. Артикул 0243, объем 50 мл. Он мне очень понравился, и я буду им пользоваться и пользоваться. Да? То есть надо наносить утром на очищенную кожу лица. Активизирует микроциркуляцию в тканях, заряжает клетки энергией, возвращает лицу здоровый сияющий вид, визуально сглаживает все неровности кожи и оптически уменьшает морщины. Специальные УФ-фильтры обеспечивают защиту от солнечных лучей. То есть все, что нужно. Он не антивозрастной, но защищает и от пигментации, и уплотняет поверхность кожи и так далее. То есть вот такая вот хорошенькая штучка. Я им пользуюсь. Вот в прошлый раз заказала, как только оно вышло. И сейчас заказала второй раз. То есть он также содержит Новафтем, Тумерин. Да, то есть это наша базовая линеечка, которая идет для всех возрастов от 20 лет. Да, вот что он делает, пожалуйста. Вот, и состав мы с вами уже фокусировали. Великолепная вещь. Артикул, не помню, говорила, не говорила, 0243. И, конечно же, гель для век. Он мне понравился приятными ощущениями под глазками. Он не антивозрастной, но мне его захотелось взять. Я его взяла, по-моему, по купонам. Он идет против признаков усталости. Крем для век также содержит тумерин и новофтемо 2. Кислородный транспорт. Он моментально освежает взгляд, да. Невидимый корректор маскирует темные круги вокруг глаз, да. И придает коже здоровый сияющий вид, да. Вот. Способ применения: наносите утром и вечером на очищенную кожу вокруг глаз. Артикул 0251, 15 мл. Вот. На самом деле взяла второй раз. Вот он такой. И, знаете, его хватает надолго. Очень надолго хватает. И он быстро впитывается. И после него такая нежность на руке приятная. Боже ж ты мой. И он очень свежо, нежно пахнет. Очень свежий, очень такой нежненький. И вот если честно, я не допускаю. Мне 33 года, я не допускаю, чтобы у меня появлялись лапки на глазах. Поэтому я не могу сказать, убирает он, не убирает. Но вот синячки под глазками, да, он как-то делает их меньше. Конечно, если они большие, то нужно обратиться уже ко врачу, а не к крему. Но все равно как бы помогает. Помогает хорошо. Далее. Перевыпуск. Бывшей нашей, мы раньше сотрудничали с компанией Сингара, это идет перевыпуск. Гель-спрей для рук с пребиотиками. Очень рада. Взяла сразу несколько штук. Тут перед вами одна, потому что не вижу смысла выставлять кучу продукции одинаковой. Взяла сразу же, потому что этот гель-спрей для рук с пребиотиками мне нужен для того, чтобы моя дочка резвилась среди других детей и была защищена. Артикул 1677. Вот состав. Какой состав? Далее, значит, давайте с вами почитаем аннотацию. Это мощный пребиотик, усиливающий за счет избирательной, то есть биолин, да, биолин – это мощный пребиотик, усиливающий за счет избирательной стимуляции рост и метаболическую активность хороших микроорганизмов на фоне сокращения числа плохих. Регулирует естественное соотношение микрофлоры на поверхности кожи, а также восстанавливает нормальный pH, поддерживает экосистему здоровой кожи, обладает сильным антибактериальным эффектом, вот это мне и надо, против широкого спектра микробов, да, то есть это эфирное масло монарды. Аллотеин делает кожу гладкой, эластичной, способствует к ее регенерации, то есть ручки у нас еще и, за ручками у нас еще и идет уход, это важно понимать, и депантенол обладает восстанавливающим, увлажняющим и разглаживающим действием. Также вы знаете, что депантенол, он заживляет, да, заживляет все. Вот такая вот классная вещь, домашняя аптечка, правильно компания Фаберлик его определила.
Он реально и перед едой где-то побрызгать, да, и с детками вот мы ездим в торговые центры крупные, там на самом высоком этаже в торговом центре идет, то есть это спрей, кстати, сказала я, не сказала, да, вот, сыренький такой, быстро очень высыхает, мы носим на ручки и не переживаем. Легкий аромат мяты с монардой. Кто чувствовал аромат монарды, знает, что монарда это такое горькое. Горькая такая вещь. Ну все, теперь он всегда со мной. Спрей для ног. Спрей для ног. Также его перевыпустили после Сингары в фирму Фаберлик. Значит, гель-спрей для ног тоже идет с пребиотиками. Тоже очень хорошая аннотация. Также он содержит биолин, эфирные масла чайного дерева, которые обладают антибактериальным действием, аллотеин и депантенол. На самом деле устраняет, нейтрализует все ароматы с ног. Да, ароматы в кавычках, конечно же, работает хорошо. Мне очень понравилось. Очень понравилось. И знаете, даже вот я недавно купила туфельки, от туфелек пахло вот этой вот резиной, я их побрызгала, и даже резина, аромат улетучился мгновенно. И мне вот как раз это и нужно. Также муж ухаживает за собой с помощью, за своими ножками, с помощью этого средства, то есть после душа сразу их прыскает. Также мы прыскаем в домашние тапочки и так далее, и так далее, и так далее. То есть он выполняет много функций и, скорее всего, он у нас будет быстро заканчиваться. А следующее, что бы мне вам хотелось показать, конечно же, это дезодорант эффект пудры 48 часов. Он на защите был. Да, то есть он еще тут ухаживает, даже вот если вы побрили подмышечки, помазались им, он ухаживает именно за кожей, да, даже после бритья. Вот я это вычитала на сайте, то есть таким вот образом он наносится. Он светленький, он не оставляет следов. Единственное, что мне показалось, что он долго сохнет. Ну, минуты полторы он точно может сохнуть. Аромат натуральной розы, что мне очень нравится, что написано, тем и пахнет. И в компании Faberlic это не совпадение, это обычная норма. Артикул 8538, объем 50 мл. В принципе, его хватает надолго. Вот. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это помаду. А, кстати, давайте посмотрим тени. Да, видите? Я натягиваю кожу. Вот такие вот стойкие тени. Обратите внимание, сколько я тру долго, чтобы они хотя бы немножко размазались. То есть очень агрессивно, да? Вот только тогда они начинают сходить с кожи. То есть если вы не будете тереть глаза с этими тенями, у вас не будет ничего. То есть сил надо реально много, чтобы их просто стереть. Обратите внимание, аж кожа покраснела, да, вот когда я вот так вот водила. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это, конечно же, обложку для паспорта, это тоже новинка. Артикул у обложки идет 99,59, размер 10 сантиметров на 13,5, материал полиуретан, назначение аксессуар, сделано в Китае. Ну, в принципе, такая обычная обложечка с якоречком. Круиз называется. Тут очень, в принципе, удобно. Тут выложено все тканью. Все качественно, как вы видите, прошито. Все, ну, приятная такая обложечка, хорошего качества. Весьма твердая, гнется очень плохо. Там вставлена какая-то картонка. А вот этот вот переплетик, вот видите, докуда картоночка, да? Вот она. Отсюда и отсюда. А тут уже нету ничего. То есть, ну, хорошо так продумано, хорошо проделано. Мне понравилось. Следующий кошелек, конечно же, это дочки. Я люблю классику, я люблю какой-то другой стиль. Он идет на замочке. Очень удобно, все карточки, их видно. Карточки, названия, то есть они не глубокие. И можно увидеть любую карточку. Под карточки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разделов. Раздел под мелочь, который застегивается, расстегивается. Также под денежку и также тут еще что-то можно хранить. То есть, ну, в принципе, здорово, классно, великолепно. Свеженький такой мотив. Не было бы якоречка, я бы его, конечно, взяла себе, но мне нравится классика. Также у нас, как вы видите, появились пробнички различные. Я их беру как VIP-консультант. Я VIP-31 на момент съемки этого видео. То есть я уже VIP-4 уровень. Мечтаю стать серебряным VIP-ом. И, конечно, я беру за полцены такие вот пробнички. И когда ко мне
в моем поселке регистрируются люди, я им могу просто взять их и подарить, чтобы мои новички могли познакомиться с продукцией или рекрутировать уже на эту продукцию. Вот, и последние 4 новиночки, 5, это помада, увлажняющая помада Secret Story. Артикул у нее не фокусируется. 44201, 44001. Очень она мне понравилась. Как вы видите, я ее уже тоже попользовалась. Нравится мне безумно. Так, где-то нету ничего. Ну, вот один слой. Вот два слоя. Ложится плотненько, не растекается. Пахнет приятно, сладенько. Очень даже такая мягкая. Ну, мне понравилось. И следующее, что бы мне вам хотелось очень-очень показать, это лаки. Очень интересные лаки. Один из них у меня на руке. Да, как вы видите, у них есть фишка. И их можно докрашивать. Да, то есть и не пропадет у вас внешний вид лака, и ничего не пропадет. Давайте я сейчас постелю свои любимые салфетки, которые всегда со мной рядом. Увеличу. И займемся с вами, да, разглядыванием цветов. Итак, первый лак у нас с вами идет с артикулом 7425. Ага. Вот видите, обратите внимание, они почему-то, водичка отходит. И мне это не совсем понравилось, но это не делает лак менее качественным. Если честно, все окей. То есть он у меня долго постоял, и сам лак отошел именно вот, да, такой вот он идет, как вы видите. И как он наносится, давайте посмотрим. Наносить его сложно, он но когда он высыхает, он становится весьма симпатичным. В два слоя, конечно, он смотрится намного красивее, чем в один. Такая вот красота. Лаки мне эти очень понравились. Еще раз повторюсь, что они очень стойкие. Так, сейчас у меня лак 7424. Будем смотреть его. Вот видите, они просвечивают. Первый слой. Вот этот лак желательно два слоя сразу наносить. Потому что первый слой как-то вот не так. Да, обратите внимание, какой-то он немножко не такой. Как-то вот хотелось бы более такой насыщенный оттенок. И в два слоя вот лаки, они уже меньше просвечивают. И вот, я не знаю, лак у меня больше недели точно на ногте. Да, как вы видите, торопилась. Нанесла давным-давно, не очень-то ровно, и так он у меня и держится. Следующий оттеночек — это голубой, артикул 7422. Тоже, как вы видите, почему-то отстаивается, но я вот каждый раз стараюсь так вот взболтать, кисточкой там поводить, таким вот образом, чтобы набрать первый раз на кисточку. Давайте попробуем. Вот такой нежный голубой оттенок, очень приятный. Когда я наношу синий лак, насыщенный синий, мне муж всегда говорит: у тебя ногти как у покойника. Тут он, конечно, такое не скажет. Лак приятный. И еще один лак. У него уже интересный оттеночек. Артикул 7429. Он уже, вот видите, такими штучками, да, идет. И полосочками, и кружочками. Вот не знаю, как его будет видно на белом. Но сейчас посмотрим. То есть он просвечивает, очень интересно наносится. Сейчас я увеличу после нанесения. Мы с вами увидим. То есть вот давайте на зеленый цвет немножечко я нанесу, чтобы вы видели, да. То есть он полностью просвечивающий, и там идут такие как вкрапления, да, немножко. В принципе, эти новинки мне понравились все. Сейчас сфокусируется камера, и вы увидите.
Это все в один слой, да, вот этот в два слоя, можно и в три слоя его нанести. То есть вот такая вот красота. Мне понравились. Понравилось то, что они стойкие. И если что-то где-то откололось, вы можете сбоку подмазать, да, в кавычках, и в легкую, как вам даже сказать, не будет этого заметно, что вы где-то подкрашивали. Вот такая вот фишка у этого лака, что весьма приятно. Итак, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Если вам было полезно данное видео, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду рада снимать новое. Всем пока-пока, до встречи!